Это Мартин Сиксмит, бывший корреспондент BBC в Москве и Вашингтоне. У вас депрессия. Я безработный, меня уволили. Но не по вашей же вине. Да, поэтому я в депрессии. Над чем нынче работаете? Я знаю одну женщину, она родила ребенка, будучи подростком, и хранила свою тайну 50 лет. История из категории для широкой публики. Такими я не занимаюсь. Почему? Может, и впрямь написать что-то про людей? Филомена, как поживаете? Месяц назад мне установили протез шейки бедра, титановый. Не ржавеет. Значит, вас будут смазывать, как железного дровосека. В самом деле? Нет, конечно. Он так шутит, мэм. Все хотела спросить, возможно ли не упоминать в статье мое настоящее имя? Лучше псевдоним. Энн Болейн, если он не занят. Придется использовать настоящее Филомена. От режиссера фильма «Королева». Мне важно лишь знать, что с ним все в порядке. Возможно, сестры поделятся информацией. Не думаю, что это возможно. Почему? Вы журналист? Бывший. И настоящий католик? Да, тоже бывший. Фильм основан на реальных событиях. Судя по всему, Энтони усыновили и увезли в Америку. Кажется, я согласна ехать. Вспоминал ли Энтони обо мне? Я думала о нем каждый день. Этой зимой прогуляемся? Или посмотрим «Дом большой мамочки»? Черный паренек изображает черную толстуху. Это же уморительно, Мартин! Вас ждет комедия о двух совершенно разных спутниках. Уже 4 человека сказали, что шанс 1 к 1 миллиону. Как тебе такой расклад? И об их неожиданном путешествии. Вдруг он погиб во Вьетнаме? Вдруг стал бомжом? Или растолстел? С чего это он мог растолстеть? Вы бы знали, сколько он кушал. Вот мой Энтони. Я встречал Где? Его. В Белом доме. Боже, и какой он? Может, он что-то сказал? Здрасте. Здрасте. Или привет. О, Мартин. Обладатель премии «Оскар» Джуди Денч. Я не бросала своего ребенка. Его забрали. Стив Куган. Да она всю свою жизнь только и делала, что искала его. Филомена. Вы не бывали в Мексике? Говорят, там славно. Только людей похищают.